собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Лисичка не смеяна. Привет, лисичка! Привет, Кеша! Я тут мимо проходил, дай, думаю, загляну. Наверняка у тебя уже готов вкусный пирог. Я не пекла сегодня пирог, настроения не было. Ты даже компот не варила? Да что с тобой, лисичка? Может, ты заболела? Не знаю, мне грустно. О, тученцы! Вот ты где! Привет, Кеша! Давай вместе грибы собирать. Нет-нет, Тучка, тут такое дело, что ты сегодня, лисичка, совсем на себя не похожа. А на кого она сегодня похожа? Не знаю. Сейчас сам все увидишь. Бежим! Ну, выглядит как лисичка. А компот не варит и ни одного пирога с утра не испекла. Представляешь? Не похоже на нее. А вдруг нашу лисичку подменили? Кто подменил? Пришельцы! Инопланетяне с другой планеты! Эти пришельцы могут принять совершенно любой облик. Например, наши лисички. И что же нам делать? Надо с Валей посоветоваться. Это я у него книжку брал почитать. А пока будем настороже. Пришельцы не должны застать нас врасплох. А, это вы зайдете? Мы сейчас не можем, лисичка. Да, мы попозже зайдем. Валь, а помнишь ту книжку про инопланетян? Ты мне давал почитать. «Унылые пришельцы»? Конечно, помню. Моя любимая книжка. В общем, кажется, наша лисичка – это пришелец. Лисичка? Я не верю. Так не может быть. Мы тоже не хотим в это верить. Да, просто нужно убедиться. Грустные пришельцы никогда не смеются. Точно, Валя. Значит, если лисичка – это лисичка, мы сможем ее рассмешить. Да ты чего, пришелец? Неужели ты не видишь, что никакой лисичка не пришелец? Держи, лисичка. Спасибо. Извини нас, лисичка. Мы переживали за тебя и твое настроение. Понимаете? Просто лето ушло. Валя молодец. Догадался, что наша лисичка настоящая, только без настроения. А чего она без настроения? Ну, подумаешь, лето ушло, зато осень пришла. Грибы, листопад, красиво. Красиво, но иногда грустно. Это, Валь, мы сейчас быстренько поправим. Вот, деревья опять зеленые, как летом. Думаешь, сработает? Конечно, сработает. Ой, дождь! Не надо дождя! Наше летнее дерево! Оно снова осеннее! Да, природу не обманешь. Как же нам развеселить лисичку? Привет, мальчики! Привет, привет, Соня! Привет, Соня! И чему она так радуется? Привет, лисичка! Соня, какие красивые у тебя сапожки! Обожаю сиреневый! А я розовый. Идем скорее прыгать по лужам. В
Я и забыла, что осенью может быть так здорово. Мальчики, осторожно! Не испачкайтесь в зеленой луже. Похоже, лисичка больше не грустит. И радуется осени. Мне иногда кажется, что наши девочки и правда с другой планеты. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. Мишки, мими-мишки. Пиццерия. Готово! Будет работать как новенький. Вот здорово, Кеша! Спасибо! Обращайся! Ну все, я пошел! У нас футбол! Подожди! Вот, возьми с собой! Пицца! Спасибо, лисичка! Да это же лицо с улыбкой! Только носа не хватает! Сейчас исправим! Иннокентий, ты дома? Пойдешь играть? Ага, я сейчас! Где же он? О, нашел! Футбол не убежит, а вот пицца остынет! Опа! Угощайтесь! Ого, какая красивая пицца! Ничего вкуснее в жизни не ел! Не знала, что Кеша так вкусно делает пиццу. Я? Ну, вообще-то не совсем. Не скромничай. Тебе определенно надо открывать свою пиццерию. Отличная идея. Хм, звучит здорово. Красиво. Главное, чтобы было вкусно. Чур я первый в очереди. Какую пиццу ты на этот раз приготовишь? Приготовлю? А, ну, подождите. Вы подумали, что пиццерия уже открыта? Да тут же еще полно работы. Вот, например, надо сделать вывеску. И правда, без вывески никакого открытия не бывает. Вот-вот. Какое же кафе без вывески? Так что приходите позже. Я же не умею готовить. Ладно, сделаю вывеску, а там посмотрим. Ну вот, теперь и вывеска на месте. Наконец-то! С открытием! Ой, вы что? Уже пришли? Мне, пожалуйста, с ананасами. Я буду сырную. А с грибами есть? А с медом? Так, не все сразу. Ждите. Что же делать? Надо срочно что-то придумать. О, идея! Ой, какая досада! Электричество отключилось. Без него ничего не приготовишь. Давайте я попробую починить, а вы пока погуляйте. Что же делать? Я же не умею готовить. Всем привет! А чего это вы тут сидите? Ждем открытия Кешиной пиццерии. Вот здорово! Съезжу за лимонадом и вернусь. Что-то долго Кеши нет. Пойду-ка помогу ему. О, да тут же все просто. Ура! Электричество наладилось. Ого, и правда. Кеша, готовь уже скорее. Так хочется есть. Я тут вспомнил, моя книга рецептов осталась у лисички. Я ей давал почитать. Какая еще книга? Я ничего у тебя не брала. Да? Значит, я ее где-то потерял. Лисичка, можно тебя на минутку? Я угостил друзей твоей пиццей. А они подумали, что это я ее готовил. И уговорили меня открыть пиццерию.
Теперь они ждут, а я же совсем не умею готовить. Ничего, я тебя научу. Горячее. Это еще вкуснее. Кеша, ты настоящий шеф-повар. Вообще-то я должен кое в чем признаться. В прошлый раз пиццу готовила лисичка, а я только помидоркой украсил. Да и в этот раз без лисички я бы не справился. Какие вы оба молодцы. Шишки, ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки, ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки, ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. Мишки, мими-мишки. Кукольный домик. Добро пожаловать в гости! Заходи! Как тут уютно! Вот тебе подарок! Спасибо! Поберегись! Еду без рук! Осторожно! Саня! Нет! Саня, ты что наделал? Бедный наш кукольный домик! Спокойно, девчонки! Я все починю! Как новенький? Спасибо! А это что? Как что? Это темница для врагов. Ну все, я поехал. Пока! Зачем нам темница? У нас врагов нет. Не знаю зачем. Но убрать не получается. Смотри, вон идет Кеша. Давай попросим его нам помочь. Давай. Привет, привет, Кеша. Привет, лисичка. Привет, Соня. Ты не мог бы нам помочь починить кукольный домик? Конечно. А что случилось? Да вот, Саня его сломал, потом собрал и приделал эту темницу. Саня собрал? О, ну все понятно. Ни слова больше, я все сделаю. За дело берется профессионал. Если что-то сломается, зовите меня. Я чинить умею, не то что некоторые. Кеша, ты разрушил мой домик? Это ты его разрушил, а я починил. Вовсе и не починил. И вообще, где моя темница для врагов? Темница твоя никуда не годилась. Так что вот, я построил нормальную, с решеткой и ловушками. Это разве ловушки? Ты все не так делаешь. Ну-ка отойди, смотри как надо. Кеша, а зачем тут эта штука? Подожди, еще не готова. Твой подарок. Точно. Давай поставим его на плиту. Ой, здорово. А пока он закипает, я сделаю торт. Все, осталась только вертолетная площадка. Здесь должна быть ракета. Вертолет. Ракета. А давай спросим у девочек. Эй, Соня, лисичка, вам сюда ракету или вертолет? Как хотите, нам все равно.
Эй, мы же для ваших кукол домик делаем. Домик для кукол? По-моему, у вас получается замок для солдатиков. Саня, кажется, мы с тобой перестарались. Ну вот, что теперь, все разбирать? А вот и не все. Мы этот замок превратим во дворец! Готово, девчонки! Спасибо! Так красиво! Настоящий дворец! Здесь у вас фонтан, здесь карета, а здесь лифт. А это темница для врагов? Нет, темницу мы переделали. Теперь это комната для гостей. Спасибо, мальчики. Утром надел я свою счастливую желтую кепку и началось. Соня отдала мне все свои конфеты. Потом разрешила взять свой новый самокат. Представляете? А потом... Та-да! Сложнейший супер-трюк на батуте! И все благодаря кепке. Ух ты! Я верю! А я нет! Ты все придумал! Извини, Саня, я тоже не верю. Эх, Кешу с Тучкой не проведешь. Нет у меня никакой счастливой кепки. Значит, у Сани один балл. Теперь моя очередь. Минуточку. Это приз для победителя игры. Как здорово! Надеюсь, там пирог? К сожалению, пирога там нет, потому что наш Цыпа его съел. Цыпа на такое не способен. А я очень даже верю. Кто хоть раз пробовал лисичкин пирог, способен и не на такое. Цыпа, ты совсем не подумал об остальных. Сейчас же извинись. Кеша и Саня поверили. У меня 2 балла. Молодец, лисичка. Теперь моя история. Сегодня около моего дома выросли удивительные ледяные цветы. Чего? Ледяные цветы – это выдумки. Не верю. Я тоже не верю. Лисичка, а ты? Ну, мне кажется, ледяных цветов не бывает. А это правда. У меня 3 балла, я выиграл. Ха, предлагаешь поверить тебе на слово? Да, где эти цветы? Они растаяли. Не можешь подтвердить свои слова, значит, не выиграл. Согласен, подтвердить не могу. Но это правда. Ага, правда. А я не удивлен. Медведи обожают выигрывать. Но я не хитрил. Это правда. Мальчики, ну какая разница, кто выиграл? Давайте есть пирог. Спасибо, лисичка. Но я пойду домой. Ха, кажется, кто-то не умеет проигрывать. Мне кажется, вы обидели Тучку. Кеша, Саня, может, вам стоит извиниться? Да за что извиняться, лисичка? Ледяных цветов не бывает. Ага.
Не бывает? Посмотрим. Что случилось, лисичка? Вот мы смеялись, что тучка хитрит. А тут такое. В общем, вот, ледяные цветы. Ого! Значит, тучка сказал правду? Да. А это значит, он выиграл? Тучка, выходи! Ты победил! Тучка! Привет! О! Ледяные цветы, про которые ты говорил, и правда удивительные. Лисичка, ты ошиблась. Эти цветы не настоящие. И пахнут компотом. Эх, я просто хотела, чтобы вы не смеялись над тучкой. Куда ты нас ведешь? Ух ты! Вот это да! Что это? Ребята, это и есть настоящие ледяные цветы! Как ты их нашел, Цыпа? Значит, Тучка победил по-честному! А теперь пойдемте есть призовой пирог! Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. Привет, лисичка! Привет, ребята! Мы собрали для тебя клубнику. Ух ты! Я как раз собиралась готовить пирог. Пирог? Тогда... Тогда мы подготовим место для пикника. Отличная идея, Иннокентий. Тученце, запоминай. Берем плед, зонтик от солнца и лимонад. Сошью себе новый. Ла-ла-ла-ла. Как красиво. Пойду покажись мальчиком. Плед расправил. Зонтик и напитки на месте. Ух ты! Вот это да! Ух ты! Лисичка, какой у тебя красивый фартук! Тебе очень идет! Спасибо, мальчики! Мне тоже нравится! Ой, я совсем забыла о пироге! Но если я буду готовить, мой новый фартук может испачкаться! Лисичка, фартук и нужен для того, чтобы готовить! И пикник без пирога не получится! Вы правы, но что же делать? Может, надеть на этот фартук другой фартук? Или вывернуть его наизнанку? Или повесить его в стороне? Нет, плохие идеи. Лисичка, а давай мы сами приготовим пирог. Ты, главное, говори, что делать.
Хорошая идея, Тучка. Сейчас мы приготовим самый вкусный пирог. С чего начинать? Для начала надо отмерить муки. Кеша, Тучка, аккуратнее, а то вся мука разлетится. Апчхи! Апчхи! Что дальше, лисичка? Теперь надо помыть клубнику. Добавить сахар. Поберегись! Кеша, это же соль! Я все исправлю. Сахар перебьет вкус соли. Главное, побольше насыпь. Стоп, стоп, стоп! Кеша, Тучка, спасибо. Дальше я сама. Ой, лисичка, ты все же запачкала фартук. Ничего страшного. Новые фартуки только у тех, кто ничего не готовит. Извините, друзья, что я об этом чуть не забыла. Лисичка, оказывается, готовить пироги куда сложнее, чем их есть. Ты нас потом потренируй готовить. Потренирую. После того, как и вам сошью красивые фартуки. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Готово! Будет работать как новенький. Вот здорово, Кеша! Спасибо! Обращайся! Ну все, я пошел! У нас футбол! Подожди! Вот, возьми с собой! Пицца! Спасибо, лисичка! Да это же лицо с улыбкой! Только носа не хватает! Сейчас исправим! Иннокентий, ты дома? Пойдешь играть? Ага, я сейчас! Где же он? Во, нашел! Футбол не убежит, а вот пицца остынет! Опа! Угощайтесь! Ого, какая красивая пицца! Ничего вкуснее в жизни не ел! Не знала, что Кеша так вкусно делает пиццу. Я? Ну, вообще-то не совсем. Не скромничай. Тебе определенно надо открывать свою пиццерию. Отличная идея. Хм, звучит здорово. Красиво? Красиво. Главное, чтобы было вкусно. Чур я первый в очереди. Какую пиццу ты на этот раз приготовишь? Приготовлю? А, ну, подождите. Вы подумали, что пиццерия уже открыта? Да тут же еще полно работы. Вот, например, надо сделать вывеску.
И правда, без вывески никакого открытия не бывает. Вот-вот, какое же кафе без вывески? Так что приходите позже. Я же не умею готовить. Ладно, сделаю вывеску, а там посмотрим. Ну вот, теперь и вывеска на месте. Наконец-то! С открытием! Ой, вы что, уже пришли? Мне, пожалуйста, с ананасами. Я буду сырную. А с грибами есть? А с медом? Так, не все сразу. Ждите. Что же делать? Надо срочно что-то придумать. О, идея! Ой, какая досада! Электричество отключилось. Без него ничего не приготовишь. Давайте я попробую починить, а вы пока погуляйте. Что же делать? Я же не умею готовить. Всем привет! А чего это вы тут сидите? Ждем открытия Кешиной пиццерии. Вот здорово! Съезжу за лимонадом и вернусь. Что-то долго Кеши нет. Пойду-ка помогу ему. О, да тут же все просто. Ура! Электричество наладилось. Ого, и правда. Кеша, готовь уже скорее. Так хочется есть. Я тут вспомнил, моя книга рецептов осталась у лисички. Я ей давал почитать. Какая еще книга? Я ничего у тебя не брала. Да? Значит, я ее где-то потерял. Лисичка, можно тебя на минутку? Я угостил друзей твоей пиццей. А они подумали, что это я ее готовил. И уговорили меня открыть пиццерию. Теперь они ждут, а я же совсем не умею готовить. Ничего, я тебя научу. Горячее. Это еще вкуснее. Кеша, ты настоящий шеф-повар. Вообще-то я должен кое в чем признаться. В прошлый раз пиццу готовила лисичка. А я только помидоркой украсил. Да и в этот раз без лисички я бы не справился. Какие вы оба молодцы!